живущего до наших современников. Он участник творческой ассоциации «Алконост», в которую входят также поэты Ольга Нечаева, Алексей Тимотков, Андрей Чемоданов, Всеволод Константинов. Сергей – почетный гость нашего фестиваля и всегда желанный участник программ сцены «Азия плюс», «Междуречье», «Острова», самых разных программ. Встречайте, Сергей Труханов и Павел Ерохин, флейта. Здравствуйте. Мы споем песню, написанную на стихи поэта Анны Логвинова. Она встала на цыпочки и закрыла окно щитом. И он тоже проснулся и нащупал спички в комоде. И они стояли так близко, как дождь и дом. Когда дом все стоит, а дождь не проходит. И тогда он сказал ей, что наступает зима. Они сняли две комнаты в доме напротив почтамта. И она целый вечер в потемках расставляла тома, чтобы Тютчев был там-то, а Данте был там-то и там-то. И они просыпались, курили, варили овес. Он часами смотрел, как живая от края до края. Она неподвижно лежала под дождем его слез. Иногда, открывая глаза, иногда закрывая, я приглашаю на сцену знаменитый дуэт братьев Вадим Мещук и Валерий Мещук, которые уже более двух десятков лет являются неизменными и постоянными гостями и членами жюри нашего фестиваля. И одни из основных участников проекта «Песни нашего века».